Политика импортозамещения в России. Что изменилось, начиная с 2014 года и особенно за последний месяц? В каких отраслях наметился главный потенциал роста? В целом, по мнению тверских респондентов, в первую очередь нужно развивать сферу туризма, а также промышленность и IT-сектор. Было бы желание, все найдется. То есть я считаю, что у нас тут на днях новость была, да, что у нас под Тверью завод открывается по этим микросхемам. По туризму, ну, я считаю, что также можно докручивать. Много чего интересного. Промышленность, вагонзавод конкретно, ну, в первую очередь. Что второе? Туризм, наверное. Все должно быть наше. У нас такая большая страна, что мы можем накормить весь мир. У нас столько полей, которые надо обрабатывать, обрабатывать, обрабатывать. Прежде всего инвестиции. Для того, чтобы было обновление основных фондов, чтобы было на чем производить. И тогда у нас будут и кадры заинтересованные, и трудоустройство, и все остальное. Считаю, что IT-сфера – это все-таки наше будущее. Поэтому, конечно, нужно улучшать кадры в этой сфере. Ну, я думаю, сейчас этим занимается активно наше государство. Люди приезжают, ну, церквей, во-первых, много, да, всяких достопримечательностей, памятников, ну, культура как бы такая старинная. Ну, как бы, наверное, туризм развивать в нашей стране в кризис.